Привет, с вами Прэшес, и в этом видео вы увидите мое прохождение 12 этажа бездны. Текущее благословление при взаимодействии электро- и дендростихий вызывает небольшой АУЕ взрыв. Урон от него небольшой, и я не советую собирать отряд, полагаясь лишь на это усиление. Но если в вашей группе будут соответствующие элементы, суммарно за все залы этот баф нанесет неплохой урон. В первую половину я взял отряд Тигнари. Я давно не играл на этом персонаже, и за это время его экипировка немного улучшилась. Если честно, я в очередной раз получил море удовольствия от его геймплея и был приятно удивлен скоростью зачистки залов. Во вторую половину я собрал отряд через Заята, но в этот раз переодел Беннета в ХП шмотки для более мощного лечения. Кстати, как и всегда, экипировку и характеристики моих персонажей вы найдете в конце видео. А для тех, кому нужны советы по прохождению текущей бездны, я оставлю соответствующий ролик в подсказке в правом верхнем углу экрана. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр и хорошего настроения. What's up, bitches? What's up, bitches? Motherfucker, you!